Добрый день, друзья! Сегодня у нас 2 августа. Обитель рассвета все так же живет. Очень много целей, задач, гостей, туристов. Сегодня у нас единый труд. И я постараюсь, если будет возможность, максимально где-то проехаться, пока у меня окошечко небольшое до гостей, проехаться, где у нас ребята сейчас работают, и я постараюсь вам это показать. Поэтому приятного вам просмотра. Если у вас не работает сейчас замедленный YouTube, рекомендую, можете смотреть. Все то же самое. Это у меня канал Яндекс.Дзен, ВКонтакте и так далее. Поэтому приятного просмотра. Поехали! Женя, а ты куда? Хорошо. На озеро. Понятно. Может быть. Леша, если столбы надо выдергивать, надо веревка, петля, по которой, с которой он выдернет. Стропа есть. Значит, стропу надо сразу выдернуть. Леша, что это было? Расскажи, что ты делаешь, для чего ты их отбиваешь? Для чего отбиваю? Да. Просто здесь будет планирование грунта. И надо убрать. Новые постройки. Новые постройки, да. Хорошо, это был Алексей. Тоже. Это был Алексей. Жмите колокольчик, подписывайтесь на канал. Да ладно. Леха, а у тебя нету кусочка провода? Какой? Ну какой вот надо, не знаю. Вань-то лучше делает. А еще? Веселин, как настроение? Очень хорошее. Когда вместе, настроение всегда хорошее. Ну хотя бы вверх вот поднять, да? Похоже, Юра решил сам за место лошадки поработать, поднакачать мышцы. Друзья, я сейчас нахожусь на нашей старой конюшне, которая будет однажды новая. Сейчас ребята стараются убрать какие-то старые строения, которые уже мешают. Да, вот видите, как Юрник, как красиво, гармонично, при помощи техники. Облегчая наш труд, получается. Ну вот, теперь однажды на этом месте ребята хотят выровнять полянку, чтобы вода не застаивала, чтобы можно было травку посеять. И будет очень красивое место. Поэтому мы с вами потом в перспективе постараюсь заснять, посмотрим, что из этого получится. Иду дальше на объект. Ну вот, получается, кто-то у нас сейчас работает на общем труде, на едином, помогает что-то разбирать, что-то строить новое. Ну, в данном случае Николай у нас находится сейчас на инфоцентре, дежурит, встречает гостей, подсказывает. Не будем его отрывать, пусть работает человек. Пойдем дальше. Серега, пожелай что-нибудь людям. Что бы ты хотел сказать нашим друзьям, живущим в других городах? Да делать все. Надо, что тут говорить-то, уже время отошло, прошло. Делать надо. Делать надо, делать. Вот встретились, давно не виделись, да? Это ты из лесу вышел, там сильный мороз. Так, Женя сейчас собирается пойти посмотреть, что там у нас гости на площадке, сколько машин стоит, сколько там мусора, да, Жень? Мусор мы убираем каждую неделю по мешков 20-8. Пойду посмотрю, если они полные, то надо убирать. О, я немножко с тобой пройдусь. Ну что, много? Вот это за неделю, мы на ту неделю убрали. Это мешков 4-5 здесь. Это ребята, то есть мы поставили специально вот такие как бы контейнеры в виде бочек, да? Чтобы туристы, которые приезжают, хотя бы имели возможность не просто разбрасывать, а хоть как-то складывать культурно, да? Уже мы утилизируем мешки и вывозим на Абакан или Черногорку, там на платную. Угу. На платную свалку. Здесь тоже
Ну, везде полный. Ладно, Жень, я тебе желаю творческих успехов. Я пойду еще поснимаю там, где ребята работают. Газ, спасибо, Жень. Друзья, ну вот еще видите экземпляр. Это у нас по дороге бегает. Похоже, обычновенная гадючка. Вот такая. Сейчас я ее, наверное, попрошу, чтобы она все-таки в лес убежала, а не на дороге была. Ползи, моя хорошая, домой. Хорошая, жирненькая гадючка, вон какая. Все, она пошла в лес по своим делам, по своим заботам. Там, где живут змеи, там меньше мышей. Итак, друзья, здесь это у нас детская площадка. Ребята обновляют, красят, наводят чистоту, порядок. Ну вот, видите, тут же работают пчелки. Сережа, как настроение? Когда вместе, всегда хорошо. Сереж, ты сейчас здесь чем занимаешься? Что будешь делать? Мы будем качели. Качельки водить? Да. Качельки, которые вот здесь. Отлично, спасибо. Скажи, чем вы здесь занимаетесь? Что здесь будет? Мы здесь монтируем качельку. Карусель, аватар. Вот она в готовом виде будет вот так вот выглядеть. Вау. Ага. Где-то метров, получается, 3,5-4 в диаметре. Она металлическая будет? Металлическая, сидушки будут, зеленый вот пластик. Ага. Покрасим, сейчас все соберем. Очень интересная, для двух взрослых, можно или детей. У нее высокая грузоподъемность, и она двигается в двух плоскостях при вращении. Интересно. Срок реализации проекта? Я думаю, что мы в хорошем смысле, может быть, сегодня и закончим. За день. А за один день? То есть это покупной элемент, это сам вращающийся элемент. Угу. Поэтому, по сути, нужно немножко сварки, покраска и забетонирование. Ничего себе, отлично. Ну, посмотрим, друзья, посмотрим, что у ребят получится. Ну что, друзья, вот так прошел наш сегодняшний день. Я надеюсь, вам было видно, чем мы занимаемся. Желаю вам счастья, любви, добра и до новых встреч!